Всем привет, дорогие друзья и подруги, с вами Джек Шепард, мы продолжаем проходить Uncharted 3, и как вы помните, в прошлой серии нас похитили. Глава 12, похищение. Значит, не хочешь говорить, да? Ну что, Дрейк, давай выбираться из этой ситуации. Ой. Ой-ой-ой. Так, аккуратненько давай. Опа. Зараза! Работал. Гони сюда. Давай, 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 давай. Думаете, то, что вас больше, это ваше преимущество? Давай, Дрейк, ты сможешь? Отдыхай. Ты тоже хочешь дашь немножко? Давай. Ой, не успели. Ой-ой-ой, два раза пропустили. Ну-ка иди сюда. Все, хочу эту бутылочку взять, да, как вы уже поняли, но что-то не получается пока что. Вот. Все-таки я сделал это. О-о-о. Большой черный мужчинка, да? Ты-то откуда вылез? Тут ты. Был бы здесь Салли, мы бы тебя наковыляли. Ой. Ой. Да я, наверное, не один смогу, да? У меня уже палец болит. Получай, получай. И последний, на. И не вставай. Так, ну, наверное, наверх. Ладно. Ой, Дрейк, ты все-таки смог всех уработать. Дрейк у нас крутой. Наверх, пожалуйста. Так, где мы? Мы, судя по всему, на корабле каком-то. Заберем. Лобаньки. Я надеюсь, вам не слышен вот этот звук. Ром. Телефон. Ну конечно. Мы снимаем Uncharted. Нам некогда. Так, сюда. Так, то есть, ну, я так понимаю, корабль-то не в порту нигде стоит, а мы где-то плывем. И выбраться будет затруднительно. Давай, Дрейк, давай. Я знаю, это нелегко. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 нет. Не падать, не падать, главное не падать, давай. Так, а куда я там прыгаю? А, понятно. Так, и все шваркнется, нет? Ладно, нам повезло, видимо. Вот это я понимаю. Пусто. Ну да, пусто. Крысы бегают. Так, сюда или сюда. Ну ладно, я взял какую-то руку, она мне очень поможет.
О, черт! О, так мы все-таки не плывем. Куда я попал? Ну и местечко. Черт. Ну рискнем. Фига себе. Ты смотри. Так, ну я так понимаю. На верев. Правильно понял. Давай, Джеронимо. Зарядили, отлично. Ладно, уже прогресс. Это я накосячил? Наверное, нет. Так, Дрейк, походу, не хочет прыгать. Тихо, ребятки. Я вообще-то не плаваю. Я рыбка. Я тебя вижу. Только не оборачивайся. Не надо. Добрый день. А, у него было оружие? Неужели не было? Черт, это проблема. Да иду вообще. Так, Салли. Чтобы уклониться от неприятельского огня. Мне очень хочется на себе пробовать неприятельский огонь. Говорят, надвигается шторм. Да, Рамзес обещал, что дельце будет выгодное. А что такая эта англичанка? Мне плевать, лишь бы платил. Так, блин, парни, как бы мне с вами разобраться-то, а? О, давай. Смотри, ты идешь, ничего не подозреваешь, и бамс, тебя больше нет. Иди сюда. Иди ко мне. Двое есть. Продолжаем. О, черт! Че? Так продолжаем уже. Ну вот кто меня увидел? Нет, я слишком косой. Со всех сторон. Ау. Да он гонит. Нет. Ой. Нет. А у меня больше нет патронов. Мне нужен автомат. Господи. Тихо. Надо обождать, он будет садить сейчас. Да. Ну-ка иди купайся. Слева-то кто? Господи. Воду! Нет. Правильно Дрейк говорил, нет.
Так, а как меня вот заметили вообще? Я же вырубил. Все клево было. Так. Кто такая эта англичанка? Мне плевать. Лишь бы платил. Давай, Дрейк, тихонечко. Я надеюсь, что мы со второго раза это сможем пройти. Это проблема? Проблема? Ой, вот это было палено немножко. Робот. Иди сюда. Так, давай, Дрейк. Тихо, тихо, под водой, под водой. Не палясь. Поехали. Двое есть. Продолжаем. И вот тут нормально, да? Ты меня не увидел. Может, я успею схватить? Как думаете? Была не была. Не-не, тебе показалось. Иди дальше. Что это? Тебе показалось. И друг твоему. Кто там? Ну, может, я тут могу оплыть. Тихо, тихо, так. Смотрите-ка, могу ведь. Оказалось. Блин, да я крутой. Ой. Наверх. А? А, черт. Ну да. Ну, у тебя, наверное, тратить его бессмысленно было бы. Блин, я просто отстой. Берегись, граната! Ты чё сейчас сделал, а, читер? Живо! Ну, блин. Ну нет, давай. Нет, нет. Я же нажал треугольничек. Так, уже близко. Это был треугольничек. На, иди к своему другу. Его придут. Ой, нет, 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 нет. Ой, нет, 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 нет. Ой, нет, 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 нет. Так, нужно забраться на самый верх, я думаю, да? Нет. Нужно утонуть в воде. Тихо все сейчас. Вот так это ж. Ха-ха-ха, теперь сила умеет как будет. Только этой силы надо уметь управлять и попадать. Anybody? Его друга. Сюда. Вот так-то. Он прячется. Выкурите его. Я стою, смотрю прямо на тебя. Лиса башка. Ну пусть этот вылезет. Куда ты стреляешь вообще? Подстава. Побереги. Ой. Осторожно. Ты меня там запалил. Черт. Его не задело никак. Ну вот разве что вот так. Так, спокойно. Выведи его оттуда. Так, ладно. Это не так хорошо, как я думал.
Хотя у меня вообще никогда хорошо не бывает. Кто ты? Ты покойник. Сюда, говорю, где? Ты попытал вчера, парень. Что, как-то многовато, да? Не думайте. Супер! Попался! Ой, ой! Он мертв! Это нечестно! Один выстрел, и я мертв. Все с самого начала что? Ой, блин. С моей кривизной я все что-то прошел, и вот это сейчас еще час. Опа! Идите отсюда, ну. Ракетница с одной стороны, а супер бронированный мужик с другой стороны, и с третьей стороны пулемет. Как вам такой расклад? Мне кажется, это немножко нечестно. Совсем чуть-чуть. У меня, конечно, есть RPG. Ты бы не стал прятаться? Не-не-не! Лови! Ну вот же, ну! Полезно. Дрейк, запрыгивай наверх. Выгнем его оттуда. Да не тут. Ох, господи-то. О, РПГ. Давай. Нравится? Меня чуть не убили, только что. Сейчас открою огонь. Но нет, они меня сейчас убьют, потому что у меня уже серое здоровье, по мне стреляют, а я дерусь со здоровым мужиком в доспехах. А, ладно. Да вы запарили. Вот поэтому я тут понимаю, почему называют третью часть одной из самых хардкорных. И причем вот хардкор здесь неадекватный совершенно. Вы видите, да? Штука. Я метра не могу пробежать, чтобы мне в задницу кто-нибудь не запулил. Потрошку какую-нибудь. Все, успокоились все. Главное не упасть, не упасть. Наверх залазь давай. Выпьем его оттуда. Давай. Сейчас рванет. Ну, видишь, рвануло. Вот. Сейчас рванет. Ха, отлетел. Назад.
Опа. Да ты докинул, что ли? Ну ладно. Люблю запах пропана поутру. Дрейк, ты чокнутый. А я-то был прав. Господи, за что мне это? Так, уже близко. You like it? Вот ты... Ой-ой-ой, убьют сейчас. Я не знаю, что с этим делать. Давайте я их всех убью и мы продолжим. Так, ну вроде бы большую часть из них я перебил с этой же попытки, на которой остановился. Но, ребята, это, блин, это было сложно. Так, ну куда мне вообще? Какова моя цель? Ага, вон моя цель бегает. Между прочим, еще и стреляет метко. Ой, нет, только не ты. Ага, РПГ, давайте. Хо-хо, хедшот, ладно. Еще один хедшот. Неплохо. Очень неплохо. А, я куда-то даже подняться, что ли, тут могу? А, мне даже сюда и надо. Фига себе. Ну, не так уж и страшно. Ну, ладно, не страшно. Окей. Ой, нет. Ой, да господи. Вот ты попался. Да иди ты, ты отсюда. Не стреляй в меня никогда, когда я поднимаюсь по лестнике. Меня это злит. Ну-ка, пошел отсюда. То есть тут не прыгнуть, да? Ладно. Добрый день. Погодка. Мне тоже нравится. Да ты бегаешь, а? Иди сюда. Ой, ошибка. Ну, конечно, этих-то двоих я уработал. А вообще у меня со здоровьем плохи дела. Не-не-не, тихо. Готов! Я выстрелил первым. Это все, что я мог сказать. Люблю запах пропана поутру. Но никто же никого не задел. А как раз гранатки. Видишь, какие у тебя друзья тупые. Кто это? Что это? А, че... а что это за такое? Нет. Ну да, все мимо. Сюда, говорю, иди. Смело рачиваться в моих ударах. Проявление высшего неуважения ко мне. Ну, работай ты его уже, Дрейк, ну. Во, отлично. Не-не-не-не-не-не-не, убить. Господи-то. Все, тихо. Куда ты стреляешь? Я вообще не там. И вообще гранату даже не смей кидать. Распоясались в конец. Не-не-не, мне это больше нравится. Супер. Ой, тихо. Это что тут можно было сделать?
Зачем ты ее делал? Ладно, сначала делаем, потом смотрим. Наша тактика. Круто. Сойдет. Так, нормально. Там блестяшка, блин. Ты... Успокойся. Ты чувствуешь, как будто это прям какой-то живой организм, да? Что меня убило? Выси... Где он ходит там? Он прячется. Выкурите его. Нет, нет, нет. Откинул. Отлично. Только я умею это гранату откидывать себе в ноги. То есть это мое обычное состояние. Куда-то убежал. Люблю запах пропана поутру. А где здоровяк? Вон он идет. Прыгай. Какой-то слоупок сегодня. Пытался двоих задеть. Сюда! Ух ты! Класс! Ты проиграл! Его пушка больше. Он победил. Честно говоря, я уже, знаете, так присел к мониторчику. Чтобы... Хрен знает, зачем, все равно нет скилла никакого. Что происходит с тобой, Дрейк? Вот в тебя не поиграешь пару дней, и все. А может, ну их? Простите, там просто... Говорят, всю эту гигантскую толпу придется валить так. Круто, сойдет. Отлично, последний патрон. Я никогда не попаду в голову, потому что я косой. Привет. Пригодится. У меня есть щит, я буду бить щитом дверь по лицу. Иди ко мне. На. На-на. Слушайте, это идеальное оружие. Нана, включай. What you gonna do? Черт. Да плевать я хотел. На. На. Вот так. Дело я делаю. И ведь... А, здесь... По сути, получился умный хардкор, то есть они мне кинули этого врага, и если бы я проявил смекалку и сразу взял щит, а то спокойно бы прошел. Так лишь по собственной глупости, как обычно. Смог чего пройти. Вот здесь я в прошлый раз как-то умер. Возможно, меня выстрелили, но я тогда не слышал выстрела. Ладно, забили. Так, прыжочку сюда. И давайте вот здесь вот серию с вами завершим. А то как-то уже так подвымотался всех убивать. Вам большое спасибо вам за просмотр. Ни к чему ништяк. Я не смогу, да, наверное, если я сейчас прыгну, то умру. Нет, ладно, это ништяк я не возьму.
Огромное спасибо вам за просмотр. С вами был Джек Шепард и счастливо!